загрузились по полной. О. Муж уже, это вторая ходка. Столько вещей, ну надо. Надо все. Мне так точно. А сейчас мы, ну, все напоследок оставили. Мне надо подъехать на работу. Потом поехать в магазин купить, в строительный магазин купить для гордин эти. Такие потолочные эти. Ой, как я забыла, как называется, чтобы вешать шторы. Потом магазин за продуктами, за мамой и на дачу. Вот, немножечко затарились. Сейчас едем в другой магазин, строительный. Остался последний магазин. Идем. Вот идем в Майл. Покупать карнизы, краску надо купить. Вот купили краску, вишня и шоколад. Пошли за карнизами. Пришли в этот отдел. Сейчас будем выбирать карниз для новых штор. Но нашу новую верандочку. Да, жалко. Того размера, который нам нужен, нету. Как говорится, будем искать. Ладно, едем на дачу. Уже так много потратили времени и денег тоже. Встретимся на даче. Все, едем на дачу. Устали. Во-первых, хочу вас поздравить с первым днем лета. Все еще впереди. Теплых деньков нам. Погреть наши косточки, загореть и отдохнуть. Конечно, поправить здоровье. Всем-всем желаю. Все, приехали. Привет, дачка. Привет. Ну, подружка встречает. Конечно, сразу бегу на огород. Ну вот немножко отвлекусь. А мы еще здесь в дровнице хотим сделать маленький такой ремонтик. Видите, крыша немножечко просела. Вот привезли такие железные столбы или как такие. Вот должны были за эту неделю поставить. Но, увы, не поставили. Ладно, пойдем в теплицу. Переживаю, вы знаете, очень переживаю. Ой, все подрастало. Ну, фу-фу-фу. Вроде бы зелененькая. Помидорчики. Боже, тут джунгли. Джунгли зовут. Сухо все. Я вам говорила, что у нас проблемы с водой. Башня там полетела, мотор или что там, не знаю. Сдавали денежку. Должны починить. Ну, вот огурчик как был, такой я. Ночи, наверное, холодные. Вообще надо поливать, ухаживать. Ну все, я приехала на лето. Ну, конечно, буду выезжать в город. Буду ухаживать. Все позарастало. Ужас. Работы много. Ладно, на этом пока все. Ставьте лайки. Подписывайтесь. Пока-пока.